друзья, пьем глинтвейн, находимся в Харькове на площади Свободы. Елка. Там где-то сцена. Сейчас будет группа ТИК. С Новым годом! Небо очень светлое и салют виден плохо. Как я не пытался настроить камеру, ну, как есть. Елка красивая, но ничем не отличается от той, что была позапрошлом году. Все абсолютно так же самое. Но в позапрошлом году был еще красивый ледяной дворец. Сейчас его нет. Добавилось кое-что новое, но в позапрошлом году было красивее. Прикольно мигает. Возле мэрии хорошо украсили. Здесь своя елка. Прикольные такие игрушки. И сама мэрия. Красиво смотрится. Много игрушек. Очень высоко это все. Ну, как-то немного наляписто. Ну, красиво. И здесь очень круто, как в американских фильмах прям. Классно, мне понравилось. Улица Сумская. Здесь все точно так же абсолютно, как и в позапрошлом году. Каток Порошенко. Находится в центре площади. Довольно-таки большой. Красивый. Естественно, не бесплатный. Очень много людей почему-то в этом году не нашей национальности. Вообще, куда ни посмотришь, наших гораздо меньше. Везде слышен чужой язык. В общем, подведем итог. Все, в принципе, хорошо, но сравнительно с позапрошлым годом, какие минусы? Плюсов я не увидел, кроме погоды. Погода в этом году лучше. Гораздо тогда шел дождь и мокрый снег. Из минусов. Концерт. В позапрошлом году был Винник, Серега и Могилевская. И местные артисты. В этом году только местные артисты, я так понял, какая-то кавер-группа, и были они, ну, не сильно долго. И все. В интернете я видел, что должна быть группа ТИК. Я не знаю, может, что-то это не на этот год, может, я что-то не так понял. Ну, их не было. Я очень удивился. Я был уверен, что они будут. Судя по позапрошлому году, когда такой был шикарный концерт. В общем, это меня, конечно, разочаровало. Энергетика, все это, конечно, есть. Куча людей, позитива. Но, опять же, если бы это были наши люди,
наверное, было бы лучше. А так, да, энергетика, веселятся, но люди не нашей национальности, в очень большом большинстве. Ну, на сегодня все. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Пусть вам в этом году очень повезет. До новых встреч. Пока.